Так, всем здорово. И сегодня мы подожжем вот такой коробок спичек. Ну, не один, там их будет достаточно много. Ну, то есть, вот так, как он есть, так его и подожжем прям. И распакованный. И что будет? Вы узнаете это в этом ролике. Также скажу, не повторяйте это, потому что это немножечко опасно. Но переходим к эксперименту. Итак, мы сейчас это все подожжем. Это 4 крака спичек, которые не открывались вообще, они полные. Остальные уже взорванные. Ну что, давайте поджигать. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.